Заражение ртутью в Заволжье. Чтобы отнять огород, сосед целый дом отравил ртутью. Вот здесь на полу была блестящая лужа. Вот отсюда была она и налита. Чтобы нас, значит, отравить и все у нас испортить. Все жилье, все имущество. Ты хотел нас убить, уничтожить. Я просто убить? Закройте дверь, пожалуйста. А кто? Вон отсюда, товарищ. А вон отсюда. Вон отсюда. А ты все скрываешься, ты же там живешь, а не здесь. Подробнее о разделе земли с помощью ядовитых веществ сегодня в 19:00.